Саша, сегодня я хочу показать, как сделать очки для куколок или для подшопиков по просьбам моих подписчиков. Многие просили, чтобы я сделала очки для куколок. Ну и нам для этого понадобится сама куколка или подшопик. Я буду делать и для подшопиков, и для куколки. Потом нам понадобятся такие пластмассовые шпажки для еды, для украшения. Потом пилочка. Кусачки. Клей-пистолет или другой сильный клей. Можно использовать также суперклей. Ну что ж, давайте приступим. Мы берем шпажки и откусываем сердечки. Вторую надо оставить чуть-чуть эту палочку. Вот как вы видите. А потом уже откусывать. Теперь мы берем пилочку и подравниваем, подтираем. И также делаем с этой стороны. Шпажки мы оставляем. Я сразу откушу и для подшопиков, но уже место мы не оставляем, а полностью откусываем сердечки. Также оставляем шпажки. И также их подпиливаем. Такие сердечки у меня получились. Теперь мы будем их склеивать. Сначала я склею те, которые у меня будут для куколок, для куколки. Уложим. Берем клей. И капаем небольшую капельку клея. И приклеиваем. И еще сверху капаем тоже маленькую капельку клея. И даем подсохнуть. Я приклеила, и теперь мы берем наши остальные сердечки. И я решила сделать для подшопиков не в таком стиле, как эти очки, а в таком стиле. Мы также капаем маленькую капельку клея. Ложим и приклеиваем. И чтобы было ровненько, берем нашу пилочку и подравниваем. И еще капаем сверху капельку клея для крепости. Такие очки у нас получаются. Теперь мы берем наши эти шпажки, которые ушли от наших сердечек. Берем их и приклеиваем. Только мы их приклеиваем не ровно, а чуть-чуть наискосок. Таким образом. И также приклеиваем с другой стороны и даем чуть-чуть подсохнуть. Пока оно подсыхает, мы теперь приклеим также сюда шпажки. И
я сейчас подровняю шпажки, потому как они у меня чуть-чуть неровные получились. И точно таким же образом приклеиваем эти шпажки наискосок. Я уже приклеила шпажки, и они у меня подсохли. Теперь мы одеваем на куколку очки наши, которые мы сделали. Примеряем. И примеряем на подшопика. Мы берем также кусачки и откусываем лишние кончики. С двух сторон. И такие очки у нас получились для куколки. И точно так же мы делаем такие же очки для нашей собачки. Также берем эти очки, примеряем на собачку. И точно так же мы откусываем. Такие очки у нас получились. Еще я сделала такие же третьи очки для подшопика. Такие очки у нас сегодня получились. Видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. До новых встреч. Всем пока. Буду рада новым друзьям.